Как я дошел до этого? В общем, всем привет. Я не знаю, что несет за собой эта игра, но, в общем, сегодня четверг, сегодня день аниме-игр и сегодня Доки-Доки литературный клуб. Во-первых, меня заставили. Я принесу кексики. Глазурь сладкая и насыщенная. Интересно, неужели она сделала это сама? И правда, неплохо. Спасибо, Нацуки. Мёдик. Я разговариваю с 2D-тёлкой, что не так? Юрий вернулась к столу, принеся сервис. Сервис. А, да, я так счастлива. Пришло время написать поэму. Кого? Очень сложно, ребят. Слава богу, последнее. Кому я должен в первую очередь показать свою поэму? Ну, пусть будет Юрий, раз уже... Бля, на самом деле мне это нравится больше всего. Здесь есть какой-то сакральный смысл. Да, мне нравится. Ну, могу сказать, что это лучшая поэма из всех сегодняшних. Пока что это самая Мёдик. Лучше, чем у Юрия раза в 3. В 5. Ладно, если бы она попросила меня бы пойти, я бы пошел домой вместе с Юри. Насрать, ладно. Нет, не хочу терять друга. Я бы в реальной жизни ответил так. Да, теперь мне дальше идти легко. Ебать! Это значит, что моя грудь снова выросла. Надо переиграть, наверное. Я хочу, чтобы поэма была... Переиграл. Мёдик. Ой. Почему три точки, Мёдик. Не одна? По какому... Мёдик. Я здесь три точки, объясните мне. Короче, из вариантов здесь только либо Моника, либо Сайори. Я должен извиниться. Значит, мне, наверное, не стоит делать и этого. Я взял палец Нацуки в рот, слизывая глазурь. Ха, привет, блядь.